Летом 1988 года актовый зал «Химаша» заполнен до отказа. Выбирают нового руководителя завода. Предоставляется слово Сергею Михайловичу. Его, конечно, речь откровенная и яркая была, которая закончилась бурными аплодисментами всего зала. 100% голосов получил Сергей Михайлин. 100% доверие коллектива. Было трудно, завод принимать не у кого. Вникал во все сам. Разобрался. Сергей Михайлович – уникальный человек, профессионал высокого класса. Слов на ветер не бросает. Пришли лихие 90-е. Ежедневные, несмотря на выходные, совещания, как быть и что делать. В результате всех этих действий его усилен. То есть это только благодаря ему. Завод остался у заводчан. Сергей Михайлович знает, чего хочет и как этого достичь. Умеет четко поставить задачу. Коллектив под его руководством работает как часовой механизм. Сергей Михайлович мне сразу показался человеком технически грамотным, талантливым, который обладает природным чутьем, позволяющим ему принимать правильные решения. Сергей Михайлин – непререкаемый авторитет для всех. Своих химашевцев, горожан, руководство города, области. Хочу вас от души поздравить с вашим юбилеем. Все, что вы сделали для нашего города, сейчас в этот ролик не уместится. Поэтому вы должны знать, что я вас как человека люблю, уважаю. Я думаю, многие димитровградцы к моим словам присоединятся. Поэтому от души еще раз вас с юбилеем. Желаю вам здоровья, успехов вам, ну и вашему предприятию процветания, еще раз процветания. С юбилеем вас. Марина Антуганова, Анжелика Барвинок. Наше время.